Воскресный день. Народ придет молиться. Что им сказать, чем накормить полезным? Им на обслугу выйдет сонный мистик или плотской, как Феликс, враг железный? Примеры прошлого теснятся на страницах, оглядывая их со всех сторон. Сверхпопулярным легче потесниться. Какой усопшим от того урон? События далекой Иудеи, ошибки подвиги рассматриваю строго. С утра герои, давние пределы, зовут на проповедь, прийти мне на подмогу. Без их примеров отдаленных, входящих в нашу с пением литургию, окажется речь вовсе не соленой, и результаты, ясно, что другие. С поклоном без насилия призвать, предстать в доступном нашинском обличье, ошибки не дадут живущим спать, с усердием у них добро поищем. Между страниц мы слышим голоса, дымятся главы битвами и горем. Мой опыт нынешний не даст попасть в просак, не подвернись нога на перевалах горних. Мои прожекторы в новозаветном духе не позволяют с ними биться в суе. Что по Евангелию, то уже не рухнет, иной отчет и результат по сумме. В начальники апостолов поставлю. Оружием выдадим не плотское. Не головы считать, стихи и главы, без юмора насмешника Лескова. Картину прошлого широкими мазками изобразить, полезное возвысить. Соединить с сегодняшним мостами для слова Иеговы голос, мысли. 28 ноября 2004 года.